10 марта отмечается День архивов России. Для Государственного архива электронной кинодокументации «Чуваши» это двойной праздник. Исполняется 20 лет с момента его создания. В свое время все документальные фильмы, киноальманахи, хроникальные ленты хранились у предприятия «Чувашкино». Оно же занималось закупкой и показом художественных фильмов в кинотеатрах республики. В результате собралась огромная и уникальная коллекция. Так что решение создать на базе «Чувашкино» архив электронной и кинодокументации было не случайным. В феврале 1996 года был создан Центр электронной документации, который явился отправной точкой для создания хранилища и архива аудиовизуального наследия, которым сейчас и является выросший Государственный архив электронной кинодокументации. И сегодня мы решили собрать своих ветеранов, своих друзей, подрастающее поколение. Это ведь событие не только, ну скажем так, общереспубликанское. Дело в том, что этот архив был первый в России. И так получилось, что, проявив эту инициативу, мы дали целое направление для развития архивной отрасли в целом по России. Архивисты подготовили роскошный подарок для всей научной общественности. Большим спросом у историков будет пользоваться презентованное сегодня новейшее мультимедийное издание «Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашской Республики. 20 лет» на основе фондов республиканских электронных СМИ, библиотек и фотоархивов. Мультимедийное издание, которое состоит из трех разделов. Первый раздел – это история нашего архива за 20 лет. Второй раздел – это архив в лицах. В нем представлены фотопортреты наших сотрудников современных и тех, которые работали ранее, 10 лет, и 15 лет назад в нашем архиве. Третий раздел – это современность архива, сегодняшний день, последние буквально фотографии, которые мы сделали сами для этого издания. И к нашему изданию есть еще и 4 приложения. Сегодня архив электронной и кинодокументации – это тысячи фотодокументов и километры кинопленки. Но вполне возможно, скоро все изменится. Около 200 ребят чуваши изобразили, каким будет архив через многие десятилетия. Архив будущего. Под таким названием состоялся республиканский конкурс детских рисунков. Я нарисовал рисунок о том, что, какие архивы могут быть в будущем. Я нарисовал, что одна вот такая вот маленькая, USB-носитель может носить в себе, то, что не может выдержать компьютер, память. Сегодня архивохранилище есть во всех муниципалитетах республики. Государственный архивный фонд Чуваши – это бесценный документальный источник по истории нашей Родины, который не заменит никакой интернет. Родион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика.